Плавание – это сугубо индивидуальный вид спорта. В нашем деле главное – подход к каждому ребенку. Я занимаюсь плаванием 6 лет. На финиш тебя отделяет несколько сот секунды, и самое сложное – это не сдаться и дойти до конца. Чтобы быть первым, надо слушать тренера внимательно, стараться хорошо плавать. Легче сдаться, а для сильных лошадь дойти до конца. Наша задача – замотивировать каждого ребенка, чтобы каждый ребенок был первым и старался на каждой тренировке, независимо от его настроения.